Уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела в Первоуральске прием граждан. Вместе с омбудсменом обращения горожан рассматривали представители властей, органов соцзащиты и центра занятости. Большинство вопросов касалось жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Их удалось решить на месте. Пришли с такими вопросами, как благоустройство района Первомайка. У нас нет освещения, дорог. Я считаю, что права моего ребенка нарушены, когда он идет в раннее время суток по улице в темноте один. Сотрудники администрации города заверили жителей Первомайки в том, что в следующем году их микрорайону будет уделено особое внимание. Еще один вопрос к омбудсмену касался увеличения в Первоуральске числа центров оплаты коммунальных услуг. Из-за их нехватки жители вынуждены оплачивать услуги ЖКХ в банках, которые взимают комиссию. Уполномоченный по правам человека рекомендовала компании «Энергосбыт-Плюс» решить эту проблему в кратчайшие сроки. Энергосбыт должен, на мой взгляд, только одно. Мы сейчас поговорили с представителем, сам руководитель присутствовал, поговорили, что все-таки надо открывать как минимум третий платежный центр здесь, чтобы люди имели возможность без всяких комиссий платить.